Новый многофункциональный спорткомплекс «Нарын» открыт в самом центре города. Когда-то на этом месте стояли два частных дома. Землю под строительство выкупил частный инвестор. И сейчас здесь появился двухуровневый комплекс для занятий спортом. Заниматься спортом, я думаю, это долг каждого, поскольку здоровье – это самое главное богатство у человека, его жизнь и здоровье. Поэтому президент послания отметил, что мы должны еще улучшать инфраструктуру. И в этом году мы спорткомплексы открывали и в Бурлинском районе, и в городе Уральске, в отдаленных районах. Инициатор проекта, депутат областного маслихата Амангельды Таспихов, сообщил, что проект обошелся в сумму более 100 миллионов тенге. Сюда входит выкуп земельного участка, подведение коммуникаций, приобретение оборудования. Спортивный зал для игровых видов, для волейбола, для баскетбола, ну и для бадминтона. Вот такой вид. Еще есть площадка. Где-то около 100 квадратных метров для обучения танцев. Сегодня в честь открытия этого зала можно было участвовать в турнире по настольному теннису. Здесь могут играть не только дети, но и взрослые. Одним из призеров турнира стал ветеран спорта Геннадий Султанов. Он начал играть настольный теннис еще на заводе «Омега». Удовольствие и здоровье, реакция, мышление. У нас есть ветераны, которым за 70 лет до сих пор играют. Новый спорткомплекс доступен не только для проведения соревнований, но и тренировок. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.